Один среди девяти красавиц. Студенту госуниверситета Павлу Шевченко не привыкать к женскому вниманию. В команде по фитнес-аэробике Gold Space он уже не первый год. Успел стать чемпионом Поволжья, первенства и чемпионата страны. Сейчас молодежь нацелилась на золотые медали нового всероссийского турнира «Гимнастрада». Первый этап – заочный. Жюри должны оценить их выступление в видеоформате. Спортсмены признаются, над номером надо еще работать. Эмоциональная составляющая у меня всегда хорошая. Актерское мастерство, улыбаться вечно надо. А вот что сложно – это по выносливости. Дыхание сбивается к концу программы. Второй этап соревнований очный пройдет в спорткомплексе «Грация» в середине апреля. Лучшие танцевальные и спортивные коллективы Самарской области разыграют путевку на всероссийский финал, который состоится в Москве в июне. Чемпионы определятся в трех номинациях – танцевальный марафон, общая гимнастика и гимнастические виды спорта. Как только узнали о этом обширном мероприятии, сразу подготовили программу на 10 человек, который включает в себя гимнастические элементы, прыжки, взаимодействия, также махи. Естественно, только положительные эмоции от таких масштабных мероприятий. Очень рада, что для спортсменов сейчас проводятся такие программы и фестивали. Решение о том, что Самарская область будет участвовать в новом всероссийском турнире «Гимнастрада», принял губернатор Дмитрий Азаров на встрече с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Венеро-Усмановой. Ее Международная академия спорта проводит эти соревнования в рамках нацпроекта «Демография». Попробовать свои силы может любая команда, как любительская, так и профессиональная. Сергей Кизоркин, «События».